Насколько никак не сломается. Ну, у вас-то ощущение, что все-таки это реально? Да. Все-таки спонсора можно будет найти или так? Ну, такое количество уже документов они получили. Я ему сказал, создавай папку, и в эту папку клади все документы, которые дают. Ну, «Газпром» заинтересовался. Им интересно, у них нет своих аппаратов, этих подобных во флоте, которые он принимает. Нет своего флота подобного, они нанимают. А это же не миллионы долларов. Аппарат все в 500 тысяч, как он говорит, ложится. Это не надо 5-6 тысяч, 7 миллионов. И они, в общем, были заинтересованы. Ну, если полмиллиона лимон? Да, лимон. Полмиллиона долларов. 500 тысяч. Я боюсь, что это нереально сыграет. Это утопическое. Нет, ну полмиллиона... Ну, если у нас 700 приблизительно, ну 600-700 евро Садко получается, да, то это аппарат, ну Садковый, представляете. Ну, это продолжен аппарат, троллейбус. Да, это в лучшем состоянии просто. За счет чего? Времени прошло сколько? Времени прошло много, но вот шрафтов, да, что-то... Они сделали замер толщины корпуса же, они... Судя по фотографиям, внутри пропустил. Износ корпуса они делали, занос измера корпуса. Говорю, нет, это я слышал, присутствовал, да. Но прочный корпус и там хороший. Здесь, кстати говоря, пластиковый корпус легкий, а там ужас. Ну там все это очистить от ржавчины и покрасить заново. Там неизвестно, как там уже поражает здоровье. А у вас как бы зачем модернизация аппаратов вот такого плана? Вот аппараты, от которых остается такой хороший прочный корпус, но которые зачем это делать? Какой-то такой прецедент, какие можно? Да были. Мы это не знаем таких. Нет, вот сейчас нам... Начнем с того, что также модернизировали в свое время ПЭС. Правда, модернизация сделала их, на мой взгляд, хуже. Модернизацию делали, во-первых, шотландцы, не мы, поляки, не наши, на польской территории, но шотландцы. Ну, вот. Ну и фирмы там были английские, там, вплоть до того, что краску поставляли англичане. А сколько времени? Нет, средств я не помню, а заняло это, ну, приблизительно полгода. А польский херф, как подумал? Да, это в Щецине было. Это ускорило процесс, потому что вот мы сейчас участвовали в парусном строе, в польских герфях, и столкнулись с тем, что Польше тяжело строить, они довольно так, скажем так, какой-то такой элемент у них присутствует, так сказать, и завышение сметы, и за превышение сроков. Да, конечно, я думаю, что там все присутствует. Да, не знаю, тогда все эти вещи, тогда Михальцев все делал, в общем-то. Ну, и тоже согрели, в основном, уже потом, помню, столько Михальцев, уже тогда. Я вообще рулил Михальцев. Все командировки, вот я, в котором был, все через Михальцев. Ну, а вот изначально идея, которую мы сейчас делали, когда мы смотрели то, что делали адмиралтейские верфи за последнее время, они все-таки идут немножко тем поколением больших этих подводных лодок, дизеля. То есть они не применяют ни новые эти элементы питания, эти более, Саш, как называются элементы питания новые? Более аккумуляторные батареи высокой емкости и малого объема с весом. Ну, типа литий-ионные, что ли? Нет, ну, литий-полимерные? Литий-полимерные. А, литий-полимерные, да. Это суперконденсатор, это? А? Суперконденсатор, что ли? А есть такой суперконденсатор? Я не знаю, до какого состояния они дошли, но... Сейчас там есть малогабаритные конденсаторы, достаточно высокой емкости, но они, как правило, идут в параллель с тяговыми аккумуляторами. Да. Потому что для... задача увеличить пусковой. Да, когда нужно отдать резко и много, чтобы не сжечь аккумулятор, отдает суперкондёр. А так он подзаряжается и держит. Нет, ну и потом потери меньше. Все-таки у конденсатора ну, то есть он бережет, внутреннее сопротивление бережет базовый аккумулятор, меньше, чем у аккумулятора. Бережет базовый. Ну вот в Мерантийских верфях у них нет такого. То есть они исключительно, они сразу дизель предложили, дизель какой-то там определенной марки. А вот Александр нашел, он в Рыбинске есть некий двигатель МТК-21, который, значит, он там несколько форсунок как-то по кругу и роторного двигателя стоит, он ест любое топливо, которое ему зарежет. От мазута до биотоплива. В зависимости как-то. Да, Мерантийские верфи это что? Это лава вообще вообще? Нет, это питерская. Лава это лава. Это своя фирма, а как они раньше называются? Мерантийский верфь. Почему они говорили как-то? А, ну, да, лава, конечно. Я и говорю, значит, Мерантийская объединение. Мерантийская объединение. Объединение, конечно. Ну, значит, это то же самое. Да, лава, конечно. То есть вы вот обращались к лаву, да? К Мерантийскому объединению? Ну, не получилось сразу попасть к вам, почему-то в тот момент. Он сам поехал.
я ему предложил сразу приехать в Башкирию, чтобы с Курханом общаться там. Не, ну делали это на... где тогда? На... Изначально аппарат сам? Аппарат делали. Они корпус делали где-то в... куда он пошел? Значит, где-то в самом Саратове, в Самаре, по-моему, этот корпус отливали. Это был специальный завод даже, где это его сделано. А уже собирали его... На Адмиралтейских верфях Техэком? Нет. На Балтийском заводе, по-моему. На Балтийском ничего не делали. Нет, этот делали. Не на Балтзаводе. Что? Север. Не знаю, что. Я больше не помню. Ну, у него вся документация есть, прямо. Ну ладно, бог знает, да. Придет, если вспомним, то спросим. Ну, по поводу аппарата, просто пропустили, о чем мы говорили. Сами как читаете, то есть можно чего-то взять у меня? Проектную документацию. Проектную как раз сделать. Вы знаете, что мне кажется, что это вопрос в деньгах. Деньги, если будут. И не это не, ну, проект, это не полмиллиона. Но проект решаем сам по себе. Не полмиллиона, да? То есть больше. Я думаю, что гораздо больше. Ну и потом я вообще-то считаю, что без ремонта процесса перемещения. Кругосветку это дело не проедет. В процессе кругосветки, да, делать ребята придется починять. Необходимый корабль сопровождения, корабль сейчас, ну, необходимым совсем. Ну, кто-то что-то, да, как-то было. Ну, в общем, это тоже беспрецедентные вещи. И тут надо то, чего, может быть, даже и не будет, но нужно все-таки пытаться предусмотреть. Могут быть всякие неприятности. Ну да, их экспериментальный какой-то некий образец. Чем больше не знать, тем больше вариантов, что это отработает. Ну, понятно. Ну, то есть понятно, что отказ дизеля всегда возможен. И перейти там на движение на аккумуляторах, вопрос, сколько он пройдет на аккумуляторах. Какой емкости. Где это будет, да, какая будет погода, там, ну, да, сколько там всегда. Уйти под воду. Ну, вот в Рыбинске находили полмегаватт. Полмегаватт 500, сколько вы говорили? МТК-21 двигатель, у него мощность была. Полмегаватт это тоже очень круто. Не полки, сколько? Несколько, 100 киловатт, 500 киловатт. Я думаю, что киловатт стоит. 100 киловатт. Максимальный? 500 киловатт. А вот 500 киловатт, правильно? Пол. Мегаватт. 500 киловатт. Видите? Вот он размерный куб на куб на куб. И вот он выдает такую мощность. 500 киловатт, это полмегаватт и есть. Полмегаватт. Ну там Рыбинск, город Рыбинск. Кубометр. Ну, Рыбинский мотор. Рыбинский мотор. Вот они вот оттуда корни растут. То есть целиком полностью его на электро завести. Может быть, два таких двигателя поставив. Вот я бы, если да, если что-то я поставил бы вот два дизеля поменьше мощности, чем один большой. Ну один как резервный, да? Да. Да. Но этих двигателей у них лучше, в реальности, ну, физически, да, они разработаны. Но они могут их сделать только под заказ. Да нет, ну вы представляете, на такую штуку ставят еще и экспериментальный двигатель для промышленного рода. Лучше уж какой-нибудь. Ну, да, это будет. Лучше какой-нибудь. Да где-нибудь в шторм еще, да, да, да. Лучше какой-нибудь там Volvo Penta поставить и не заморачиваться. Видите, и то он на яхтах отказывает. Ну так обоцаем вот как бы экспериментальный, в общем, такой бы отработанный. Ну, в принципе, да. Не, ну, многоток прямо четкий, вы знаете, что это так сложно будет. Поэтому мы его... А что можно говорить? Что-то, что-то... Ну, он рассказывал предысторию, значит, вот всего этого своего предприятия. Просто подойди, пожалуйста, рост съемка идет, подойди, а тебе говорят, о корабле, пожалуйста, подойди к нам. А, ты съемка ведешь, да? Съемка нам уже говорила. Просто приходи, пожалуйста. Я, кстати, сам посмотрел, как-то вот не то, что вы сегодня называли, а будущего вы выкладывали. Да. Я посмотрел, что там, значит, там, где мы разговаривали, там выглядит все прилично. А там, когда включен свет, уже вроде как идет попытка, значит, интервью, а это выглядит совершенно гораздо хуже. Да. Это подредактируем тогда. Процессы. Ну да, мы процессы, когда мы пока разговаривали, вот, ну, просто да, такое вроде свободное разговорное общение. Нам... Да, ребята, значит, снимали незаметно. Выглядело все вполне пристойно. А как только, значит, включили эту машину, начали... Это да, есть такой момент. Ну все, труба, значит, там.
Да, не актеры же, профессиональные. Поэтому выглядит все это гнусно. Садись, пожалуйста, на специальное кресло для тебя, садись. Будь добр, я тебя очень сильно прошу. Я не знаю, как бы я... Ну вот я тоже к этому делу, я вот только что говорю, что... То же самое. Да, я тут как-то... А как по-другому что-то искать? Как только по-другому рассказывать и объяснять, потому что... Мы делали, пусть как-то мне потом, спустя какое-то время мне, значит, показывали, сделал ссылку, я посмотрел интервью, там, где разговаривали мы просто так, а они, оказывается, записывали, выглядело вполне прилично. А когда включили этот свет и начали задавать вопросы, это уже выглядело совершенно непристойно. Это вам так кажется, на самом деле, наблюдатели и зрители рассказали бы всему про Росап максимально.